По информации единой диспетчерской службы, за прошедшие выходные на территории городского округа Красногорск чрезвычайных ситуаций не произошло. В ДДС поступило 1756 обращений, требующих реагирования и справочного характера. Из них в пожарную службу 19, полицию 175, скорую медицинскую помощь 674 и 5 в газовую службу. 30 января до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение домов номер 1, 2, 3, 5, 19А, 19Б и 19В по улице Вокзальная в связи с переврезкой водопровода. С 30 января по 2 февраля будут проводиться работы по промывке наружной сети водопровода микрорайона Южный на участке от дома номер 27 на Заводской улице до ВЗУ номер 10. Возможно снижение давления и повышенная мутность воды. 30 января с 14 до 16 часов в связи с работами на ВЗУ 4 будет снижено давление холодного водоснабжения на Народного ополчения и Парковой улицах. Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется. Напоминаем, контактный номер экстренно-оперативной службы 112.